как продавать через чаты на сумму 100, 200, 300 тысяч рублей и даже миллион. Меня зовут Станислав Орехов, я автор системы 7x7 с нуля до 10 миллионов на любимом деле. Проявление через чаты и получение клиентов через чаты – это одна из правильных стратегий обратить на себя внимание, чтобы клиенты пришли и заплатили тебе деньги. Но очень часто бывает так, что люди приходят в чат и сразу же выкладывают свой оффер. Наверняка вы тоже таких видели. И, конечно же, справедливо попадают в бан. Вот чтобы люди начали к вам обращаться, мы должны понимать следующее, что чаты – это, по сути, сообщество, а в сообществе есть своя механика. Там есть лидеры, там есть люди, которые задают вопросы, там есть темы, которые они обсуждают, и там есть основные правила. И наша задача – не просто выбегать и говорить, вот у нас есть что-то, а соответствовать. Мы начинаем потихоньку там взаимодействовать, начинаем представляться, начинаем отвечать на вопросы, показывать свою экспертность, но достаточно мягко, чтобы не противоречить другим членам сообщества. Постепенно мы накапливаем свою репутацию и авторитет. Когда мы ее накопили, люди уже могут к нам обратиться в безопасности. Поэтому делаем это 1, 2, 3 дня, может быть, неделю или 2. Потом люди сами будут писать нам в личные сообщения с просьбой помочь или с просьбой как-то ответить на их вопросы. И тогда уже в личном общении можно и нужно продавать. Берете их на консультацию, приводите с ними в Zoom-сессию и продаете на ту сумму, которую хотите.